Включила запись. Я включила запись. Понятно. Я убила, что ли? Ты кто? Привет. Баг, ворстый. Я пытаюсь сделать ёжик. Настоящий? Ну, не знаю, 50 на 50. 50 на 50. Пипец. Правда, Олег похож на ёжика? На самом деле мы зашли просто, чтобы с тобой поздороваться. Мне Даша сказала, что здесь где-то ходит, бегает голенький вор, как-то там СТЕ, дефис, F, скобочки, вот такой чувак классный. Мы, значит, зашли и пытались тебя найти, и мы нашли тебя. И мы нашли тебя. Ну, молодец, ищи меня, да. Мы в тебя всегда найдем. Чего? Да я тоже не слышала. Сзади тебя писялолка. Писялолка. Слушай, а классно звучит, да? Классно звучит, да? Да нравится? Ну, если бы мне нравилось, это было бы странно, как минимум. Ну, довольно-таки забавно звучит планника. Забавно звучит планника. У нас много, смотри, вон пенис-доминатор пишет в чате. Пися-клан. У нас интересный вообще сервер. А вон есть интересный get 8 что-то там 0zd, дальше не увидела. Кто? Ну какой-то там ник был из буквы. Какие-то унылые вообще. Ты похож на робота. Я думал, сначала Даша, это фейк. Ну конечно я фейк, мы тут все фейки на самом деле. Ребят, и вы тоже фейки, поймите, это отдельная реальность, мы тут все фейковые. На сервере, кстати, за фейков банят. Кто использует имена администрации. Так что если вы встретите нас, то это мы. Слушай, логично, да? Если они встретят нас, то это мы, никто либо другой. Логично. Но если это будет кто-то другой, то скорее всего его могут забанить, потому что те, кто не мы, они не могут использовать наши ники. У меня завалялось немножко. Я думаю, что лолке все-таки патроны больше нужны. Что он сказал? Они, по-моему, сами еще не понимают. А, вор, получается, ты взял, да, патроны? Они тебе явно не нужны. Факел ты ими не зарядишь, камень тоже. Я не брал ничего. А если мы найдем? У него же только факел, и он голенький. Как его можно убить? Я скинул 19 патронов на калаш. Кто из вас взял? Я взял. Хорошо, тогда нормально. А когда будет вайп на этом сервере? Вайпы у нас происходят только в том случае, допустим, если выходит обновление, какие-нибудь глобальные, один раз в месяц примерно, тогда уже вайпается все с нуля. А видите, пока еще есть свободное место на сервере, там на воде еще есть, вот там в горах, пока еще вайпа не будет. А, кстати, у меня вопрос, на ледника строиться можно? Вполне. Знаешь, в правилах не написано, что нельзя. То есть, почему бы и нет? Но мы этот вопрос еще рассмотрим. Я знаю, что есть кланы, которые там строятся. Ну, вообще, по идее, да, если так логически рассуждать, это нехорошо. То есть, это как бы вне карты. Оно же не входит в часть карты, да? По идее, по логически человек не может построить на леднике, потому что это лёд. Тоже верно, тоже да. Они еще могут передвигаться, да? То есть как двигаться вообще в жизни. Ледники же бывают, двигаются же, правильно? Эй, друзья мои, не надо! Ребятки, я так понимаю, вы сериал «Затерянные» пересмотрели, да? Пишите «СОС» или что там пишете? О, это же другое дело! Ночью вообще иллюминация кошерная будет. Вы, главное, ночью подожгите его. Я обязательно это запишу, заскриню. Залазьте наверх и посмотрите, какая красота. Здорово! Слушай, действительно, ты взлетел? Да, я видел свой взлет.
Ну, я... ради такого дела я могу вам что-то дать для постройки. Что-то надо? Ничего не надо, видимо. Понятно? Понятно. Классно же смотрится. Да. Очень классно. Ну, обязательно подождем, когда будет ночь, когда и посмотрим это. Сделаем скриншоты. Ты очень лагаешь. Как мы тут пально стоим? Деревце, да? Спроси. Давно искал тебя на всех серверах, короче. Куда не заходил, тебя не было там уже. Ну, здесь, я думаю, ты нас уже найдешь всегда. На наших серверах точно найдешь. Успелись чуть-чуть. Я все отдам, не убивайте. Они сказали, что тоже дождь. Ну, нашли, как бы уже стояли здесь. Просто у него свеча на голове, у Тумба-Юмбы. И представляешь, свеча плавится, воск течет на голову. И естественно, что лоб лысый, больно же. И естественно, он бы сагрил. Я бы тоже сагрился. Я вообще голый летаю, меня тут стрелами вонзают, как ежик. Смотрите, получается интересная ситуация. То есть вы бежали друг к другу, хотели построиться, что-то там, домик себе взять. В итоге вы потратили все дерево, чтобы сделать сколько там, 50 костров. Отличная история. Нет, мы парня зарейдили, вот, домик вот этот. Ах, вот оно что! Все, там кто-то был? Я просто могу снести это, чтобы не мешало. Ужас какой! Уже там точно никого нет. Прекрасная поляна для строительства. Угу. Это еще одни паломники. Встретим их с венцом. Товарищ голый, поэтому я думаю, вряд ли он к нам подлетит. Ой, попал. Там кто-то летает еще. Это я летаю. А, это кабан бегает, блин. Зачем его вывести? А вдруг он добрый? Ну, предположим, мы же тоже к вам бежали. А может, он вам хочет принести дерево, камни? Да что ли, ты бы на землю спустился? А то подумает, еще читерша какая-то играет. Действительно. Читерш. Пойти пообщаться, что ли? Давай. Ребят, какие-то шуганы немножко. Я понимаю их реакт. Не все же будут лялякать. Кто тут? Кто? Доздрэгон? Доздрэгон. Доздрэгон. По-моему, он не... Привет, ты заблудился? Ты мне так забавно лагаешь. Я могу помочь тебе. Правильный район. По-моему, он не хочет с нами разговаривать. Он пишет. Он обиделся. Он пишет чат, наверное. Он на азиата похож. А, это азиат есть. Мы его напугали. Чего? Микрофон сломался. Печально. Полетели дальше по берегу? Чё, откуда у меня стрелы скоростные? Вот стоит в углу. То есть я настолько неприметный, настолько темный нига, что меня даже не видно в темноте. Я давно ежика не делала. Не надо, Шуль, опять буду вести стрелы. Ужас. Лежа, есть что пострелять? Вообще-то я тебе кукурузу принес. Я его стучу. Никто не открывает. Ну что, идем, нас посадишь кукурузу. Початки брыли. О, давай я сейчас ребяткам посажу кукурузку. Мы найдем, не переживай. Я вам по доброте душевной решила вот кукурузки посадить. О, я вижу, где это. Фига. Вообще обалденно. Не все горят, да? Все горят? Делаешь скрин сверху? Я снимаю вообще видео. А? По такому случаю я даже зажег лампочку на голове. Воск не сильно жжет? Даже починил микрофон. Фига себе. Обалденно смотрится. Прикольно.
Реально обалденно. Вон смотрится. Они там, вот они, получается, вот их дом, они там. Сейчас будем проверять вас. Будем проверять вас. Кто о чем думает? Прекрасно. Кто-то о том и говорит. Я тут ни при чем, это все тыква. Какая тыква? Ну я же высадила там ребятам тыкву. Ага. Так, это где? Ага, вот ты. Я потом тоже сделаю. Уже начинается человеческая пирамида. Шикарно. Лучше, чем вчера. Точно красавчики? Это Фрони. Фрони! Фрони. Все, Фрони. Здорово. Хавайся. Привет. Мы самые опасные читеры. Мы самые опасные читеры. Дружные читеры. Я Олег, она Даша. Мы тут самые-самые главные читеры. Ну, круто. Как вообще игра? Рассказывай. Мы самые опасные. А? Как игрушка? Нормально идет все. Как выживается? Выживается. Да, отлично все. Сервер вообще классный, брейн. Мы же главные читеры. Но мы старались. У главных читеров все должно быть хорошо. Немножко ткани, может, что-нибудь сделаешь там. Спасибо большое, спасибо. Ты хотел этот домик зарейдить, да? Ну да, хочу зарейдить. Вот рейдинг. Ну, смотри, у них металлическая дверь, я думаю, что луком вряд ли получится. А я крышу рейдинг. Я с другом. А, хорошо, мы тогда не будем вам мешать, занимайтесь делами своими, мы побежали дальше. Пак. Не бойся, чего ж ты убегаешь-то? Мы добрые. Вода холодная. Ты убегаешь-то? Мы добрые. Мы испугали. Все, бежит плыви, обратно. Плыви, плыви обратно, не бойся. Ник, видишь, знакомый, плыви. Плохого ничего не сделаем. Я ему сделаю каменный. Ты кто? Тау 7, видишь, а как мы прекрасно. С ним уже виделись. Чего ж ты уплываешь-то сразу? Мне надо бояться. Мне жалко устал, дышь. Он испугался и уплыл. Я ему эти до каменных. Здравствуй, здравствуй. Мы немножко тебе поможем. Твой же домик, правильно? Сейчас немножко обустроим. Как экзибит прокачивал тачки, мы прокачаем немножко твой дом. А, это не твой дом, вот в чем дело. Прекрасно! Дашулька, можешь ничего им делать. Обидка. Ну да, логично, хозяин дома не стал бы уплывать, он бы стал бы бороться за свое имущество. Страшно было? Здравствуй, здравствуй. Здорово. Как выживается? Пойдет. Да, вы тут неплохо, я смотрю, обустроились. Хорошо. Заводики разные, печуни. Да, тут только проблема, какая карьера нет. Да, в этом биоме, скорее всего, проблемы есть, да. Вышел за умного, да? Не ожидал, что я с тобой когда-то поговорю. По-моему, с нами разговаривают стены. Маленький презент. Просто да, так. Просто так. Надеюсь, поможет. Да, может там биом. Спасибо. А я вам посажу кукурузу. Я сегодня всем сажаю кукурузу. Ну, нужно что-то спасибо. Кушать. Вас уже рейдил кто-то? Да. Фига. Нет, пока. Ну, так, еще нет. То есть к вам еще в эту жару не добрались? Пробовали тут еще вчера, по-моему, с гранатами прыгали на нас, но не так. Не получилось. Да, до них добраться еще надо. Ну вы главное следите за своим забором, потому что там примерно в день на 500 пунктов падает у него ХП. Дядя ж фиксил вроде. У меня падало. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Кошмар какой. Кто-то строит, старается, деревянные домики выстраивает.
Погоди, Вадва, вынеси попить. Без проблем. Игра. Друзья, а кто разговаривал? Вот этот или вот, вот тот, кто выйдет? Вот, здесь выходит. Вот, я теперь понимаю, что с нами не стены разговаривают. Уважаемые люди. Дорогие друзья. Друзья. Я надеюсь, это не серия? Нет, нет, нет. Ну, как смотря сказать? У кого. Как сказать? Даша-то снимает это. Снимает это. Ага. Прикольно. Мне нравится твоя одежда. Вот это реально. А вас тут двое живет или у вас тут целый клан? Ну, у нас тут человек 5 лет. Ого! А как в целом сервер? Нет, какие-то нет, глюки, нет, проблемы, нет, что-то как, такое видели уже? Глюков вроде бы не было. Нормально. Ладненько, друзья, мы полетели дальше, поищем кого-нибудь тут. Удачного выживания. Только не пихайся, пожалуйста. А там был житель? Да. Мил человек, здравствуй. Есть кто дома? Как-то очень плохо его слышно. Я слышал буль-буль. Пупо, какой-то пупо. Там что-то пупо. Пупо? Пупо. Я все бегаю туда-сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, ты упал? Ай, колючки, хреновая тема, конечно. Здравствуй. Здравствуй, человек. Здравствуй. Па-па-па-па-па-па-па. Мы и так мимо пролетаем, смотрим, как дела. Смотрим, как дела. Колючки. Пирожок. Новая. Правильно, да? Пирожочек. Здравствуй, пирожочек. Мы и так. О, знакомые люди. Знакомые. Это опять вы. Ой, там кто-то агрится. Это мы. Так, нам стреляют, там. А я сейчас напугаю. Кто стреляет? Вам лучше убежать подальше. Кто это? Кто это такие? Привет! Бегите! Я их остановлю! Твоя киянка. О, новый клан какой-то. Интересно. Здравствуйте. А, Хамас, 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 Хамас. Что-то помню, вроде был, да-да. Точно, и я помню. Что там делаешь? Я смотрю на капканы сзади. Аккуратно будьте. Прекрасно. Как вообще играется? Кто там? Кто там? 100 грамм. Ой, что-то он пропал-то? WhatsApp! А если он америкашка? WhatsApp! Твоя очередь ватсапкать. WhatsApp, мазафака. Не, побежали дальше туда.